В округе подвели итоги первенства Московской области по баскетболу среди команд юниоров. Решающий матч состоялся в спортивном комплексе «Спартак». С каким счетом он завершился и какая команда стала победителем, расскажем в сюжете. С начала сезона, который стартовал в сентябре, в первенстве приняли участие более 20 команд из разных муниципалитетов Подмосковья. Всем баскетболистам 16-17 лет. Ребята выпускаются из спортивной школы, и для нас этот возраст является важным, потому что не все спортивные школы имеют возможность сохранить этот возраст к 11 классу. Как видите, у нас ребята в полном составе, детей много, играем и боремся за призовые места. В финальном матче встретились сильнейшие команды – Люберецкий «Спартак» и «Орбита» из Дзержинского. Это была по-настоящему зрелищная игра. Баскетболисты сражались за каждый мяч. Ребята все были заряжены, мы шли к этому весь сезон. С самого начала упорно тренировались. Мы были уверены в своей победе. Мы всегда настроены на победу, в очередной раз это просто всем доказали. Очень долго ждали этого результата, очень долго ждали, сколько лет. Наконец-то выиграли. Я хотела выиграть, я надеялась. Я очень рада, что это сделали. Мальчишки достигли, они боролись, стремились. Они трудяги, они вкалывают, они работают. И вот это им дало вознаграждение за их нехорошую работу. За 5 минут до окончания матча превосходство люберецких баскетболистов растаяло до 1 очка. Но в последние секунды спартаковцы вырвались вперед и одержали победу со счетом 71-62. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.